Друга Путина, выдвиженца Дональда Трампа, утвердили на должность госсекретаря США. Сенат 56 голосами из 100 проголосовал за кандидатуру Рекса Тиллерсона. Для сравнения, 4 года назад за выдвиженца Барака Обамы и Джона Керри проголосовали 94 представителя Верхней палаты американского парламента. Экс-руководителя крупнейшей публичной нефтяной компании мира ExxonMobil Тиллерсона поддержали только республиканцы, почти все демократы проголосовали против. Новый госсекретарь принял присягу. Сейчас, когда мы пытаемся привлечь Россию к ответственности за противоправную агрессию в Восточной Европе, за военные преступления в Алеппо и вмешательство в наши выборы, как мы можем доверять тому, у кого столь теплые отношения с правительством Путина и кто будет при этом нашим государственным секретарем? Нашу страну теперь не почитают многие наши друзья по всему миру, потому что мы устранились от международного лидерства. Нас больше не пугают наши противники, которые слишком быстро занимают образовавшийся вакуум в мире. Так что мне действительно приятно, что у нас будет новый госсекретарь и новое руководство в команде, занимающееся вопросами национальной безопасности. Я считаю, президент Трамп действует правильно, выбирая хороших людей. Я служу президенту и служу американцам, и буду всегда представлять интересы американского народа. Я вновь хотел бы поблагодарить вас, господин президент, за эту исключительную возможность.